Черт, снайпер! Лагерь бродяг. Вот эти козлы и устраивают тут повсюду засады. Все на том же месте. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Лагерь беженцев, ага. Уж лучше бы вы, ребята, остались в Одище. Ни черта они не смогли для вас сделать. Пригодится. Угомонись! Еще трофеи. Что-то сгодится.
то, что надо. Готово. Лом везде пойдет. Черт, точно. Надо спалить оставшиеся гнезда. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Давай! Thank you.
Потом вернусь и сожгу оставшиеся. Вот так тебе! Oh.
фрики. Не здесь. Ясно вам? Можете кормиться где угодно, но только не здесь. Этот лагерь мой. Это не важно. Усекли? А то-то. Хватит с вас. Сколько же вас тут сволочей, а? Остался еще кто? Сколько? Микрорегистратор. Посмотрим. Это последний. Привет, милая. Да, я с ними разделался. Больше они тебя не потревожат. Привет. Это снова я. Дик, я должна тебе сказать. Эй, да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться, но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я... Ну да, кто же мог знать, что все так быстро? Нет, ты не понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал, помнишь? Дикон, стой! Идем скорее. Тут ребенок. Ну? Эй! О, эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сара, надо идти. Вставай! Подай меня ножом! О, нет. А, что, сильно? Я не знаю, наверное. Так вот, прижми это как можно крепче. Бежать можешь? Бежать нет, но идти могу. Ну, уже неплохо. Мы почти на месте. Ладно. Тут же было полно федералов. Да, наверное, эвакуировались. Да-да, конечно, удрали. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок.
с большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Там толпа. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Отдохнешь, и станет лучше. Эй, тихо, тихо. Она ведь была прямо, как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда накрывала голову одеждой и думала, что ее... Меня, конечно, тоже паряли, но не так. У нее жар. Господи, ты глянь. Надо уходить. Туда мы не пойдем. Так. Идем. Родная, сможешь встать? Сейчас. Ну, уходи назад сюда. Черт! Вы убили! Вы убили мою жену! Эй, тихо, тихо, стойте, стойте. Что делать? Так. Короче, ты отвлекаешь. Я попробую уйти сзади. Ладно. Ничего, ничего. Давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр? Эй, я безоружен! Я безоружен! Уходи! Нет, послушайте меня! У меня там жена, она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли вон отсюда! Там нас ждет вертолет. Вы убили! Слушайте. Вы убили мою жену! А мы ни при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жену. Я соболезную. Мы тут ни при чем! Мы ни при чем! Я сказал! Вы убили мою жену! Вы убили мою жену! Вы убили мою жену! Вы убили ее! Хватит! 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 Стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти. Ножом промывает. Я больше не подниму. Ладно. Если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер, меня тут и быть не должно. Брайан? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь. Пошли, нам надо вертолёт. Стой, стой. Нам надо вертолёт. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так? Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Что здесь?
Ты спи спокойно, ладно? Я тебя скоро навещу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но... Наверное, Бухарь прав. Я не могу себя перебороть. Ну, в общем, я еще вернусь.